Друзья, всем доброго времени суток, и давайте в данном видеоролике расскажу вам про еще одно интересное ICO, а именно о проекте Smart Tailor. Итак, что же это такое? Это криптотрейдинг для всех. Сейчас мы находимся на формате продажи токенов при 15% скидке, и продлится данная скидка до 5 марта. То есть видно, что здесь идет обратный отсчет, и осталось 19 часов до конца скидки, по крайней мере на момент записи видеоролика. А также могу сказать, что у них всего выпущено 10 миллионов токенов, и они уже, в общем-то, продали более 64% своих токенов. Ну и также видно, что довольно высокие оценки на различных ICO-трекерах у данного проекта. Допустим, на трек ICO вообще 5 из 5. Так вот, что же такое Tailor? Это простое приложение, которое поможет вам получать ежедневный профит. То есть это, в общем-то, по сути такое приложение, которое помогает вам торговать криптовалютами. Ну, также, что хочу сказать, что у них есть мобильное приложение, которое можно поставить на, собственно говоря, свой мобильный телефон, причем под iOS или под Android тоже, и, соответственно, действительно это очень удобно. Так вот, видно, что здесь есть различные стратегии, допустим, как указано на скриншоте скальпинг. Также есть чат, то есть видно изменение рейтинга, видно, как можно начать рейтинг, как раз таки с помощью данной одной кнопки, видно, какая пара, то есть, допустим, биткоин и дэш. А также есть информация по, собственно говоря, рынку, то есть, допустим, сколько сейчас стоит та или иная валюта. Ну и также есть предыдущие сигналы, то есть данная валюта предполагает еще тоже, что данная, вернее, формат данное приложение предполагает еще то, что вы будете пользоваться сигналами и лучше ориентироваться, какой, в общем-то, нужно сделать сейчас шаг, какую валюту нужно купить, в обмен на какую. То есть очень просто, вы получаете сигнал, начинаете торговлю и, соответственно, в общем-то, в будущем зарабатываете. То есть, в принципе, все очень просто. Да, так вот, что хочу сказать, то есть вот как здесь указано, вы получаете сигнал, допустим, на покупку в паре биткоин дэш, то есть либо биткоин, либо дэш вы покупаете, соответственно, потом выставляете сумму, которую вы готовы вложить в ту или иную валюту, которую готовы инвестировать. Ну и далее, как видно, что Tailor делает всю сложную работу за вас, что тоже довольно удобно. Ну и далее в конце вы, в общем-то, получаете свой профит, то есть ту или иную прибыль. Конечно же, она зависит от того, в какую валюту вложились, и, естественно, сколько это было денег, то есть сколько финансов вы вложили. Ну что ж, здесь есть ссылка на white paper, я оставлю ее тоже в описании к видеоролику, можете ее прочитать и разобраться более подробно с данным проектом. Ну, теперь roadmap данного проекта, то есть, в общем-то, дорожная карта, как тут все у них было устроено. Так вот, соответственно, здесь видно, что в первом квартале 2017 года они собрали телеграм-канал, где они сделали телеграм-бота, который показывал тоже сигналы на покупку. Ну и далее, соответственно, вот они создали уже крипто-скальперскую, можно сказать, ветку на Bitcoin Talk. Ну и далее, соответственно, в третьем квартале уже начался закрытый токен сейл. Далее начался уже публичный токен сейл, и сделан анонс был на Bitcoin Talk уже данного проекта. Ну и сейчас тоже мы находимся, собственно, на этапе токен сейла. Вот, и, соответственно, уже запуск произошел мобильного приложения данного проекта, проекта Smart Tailor. Ну что ж, далее второй квартал 2018 года, то, что нас ждет уже совсем скоро, это листинг на различных биржах, и, соответственно, тогда уже, в принципе, при желании вы можете продать данный токен. Ну и тоже можно, опять-таки, посмотреть полную дорожную карту данного проекта, но уже можете зайти сами, я уже в данном видео делать этого не буду. Так вот, теперь про детали токена. Здесь, как я сказал, эмиссия довольно небольшая, это 10 тысяч токенов, вот, и 6 миллионов 500 токенов будет доступно для покупки. Также этот токен сделан на стандарте ERC-20, то есть его можно хранить на кошельке, допустим, MyEther Wallet, кошельке эфириума. Ну, теперь видно, что у них хардкап это 5960 эфиров, ну и цена тоже, вот сами видите, я уже не озвучу ее так, потому что она довольно сложная для озвучки. Ну, видно тоже, что минимальный взнос в данный проект это 0.01 эфир, но максимальный это 50 эфиров. Ну и софткап у них 500 эфиров, которые они уже давно достигли и преодолели.
Вот. Ну и тоже видно, что токен сейл начался 21 февраля. Вот. Ну и здесь видно распределение тоже токенов, то есть на продажу уходит 76%, разработчикам 10%, команде 7%, ну и на реферальную программу и на бонусы, баунти программу, то есть 7%. Ну и тоже далее видно различные условия покупки, то есть понятно, что чем раньше вы берете, тем, конечно же, дешевле вам это обойдется, ну либо же тем больше токенов возьмете за ту же самую сумму. Ну что ж, здесь видно команду данного проекта, тоже можете с ней ознакомиться, но это уже такая информация, которая, возможно, не так интересна потенциальным инвесторам. Ну что ж, всю главную информацию про проект как раз Smart Tailor я вам рассказал, поэтому, кого интересует, ссылку я оставлю в описании к данному видеоролику. Ну что ж, тогда спасибо за его просмотр и всем пока.